Ребят, если вы не хотите пропустить мои новые выпуски и смотреть мои видео в числе из первых, и возможно ваш комментарий попадет в следующий ролик, и вы попадете ко мне в видео, то обязательно включите уведомления на моем канале, нажав на колокольчик, и вам будет приходить оповещение в каждом моем новом ролике, и вы будете смотреть его в числе из первых. Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы снова немного поговорим о грядущем обновлении в Clash Royale, которое будет вот совсем скоро. Я недавно выпустил видео про изменение баланса, где некоторые карты ухудшат, некоторые улучшат. Но это всего лишь часть, небольшая часть, она неинтересна. Самая интересная, самая конфетка — это новые карты, это новая арена, новые испытания, новые режимы. Это все скоро введут у нас в игре. Я надеюсь, вы уже знаете, уже есть официальная информация про Team Battle, Clan Battle, да, как он правильно называется, где игроки сражаются 2 на 2. Вы уже, надеюсь, видели геймплей. Я не стал заливать себе на канал этот ролик, потому что многие уже об этом сняли и не увидел смысла заливать это повторно к себе на канал. Но есть еще небольшая интересная информация, ребят, про новые карты, про новые арены. Мы сейчас об этом поговорим. Ни для кого не секрет, что есть официальные англоязычные ютуберы, которые имеют доступ к тестовому серверу и все знают о грядущих обновлениях, и они сливают первые. Ну а потом мы уже в них берем разную информацию и публикуем вам. И вот, ребят, у меня первый скрин, где вы можете видеть внизу 4 новых карты. Этот скрин я взял с группы OpenGit Studio, но, к сожалению, я не успел сделать с официального источника. Эти скрины были взяты с канала Ash, который так же, как и другие официальные англоязычные ютуберы, публиковал разные информации про обновление и случайно спалил 4 новых карты. Это первый скрин. И вот второй кусочек арены новой. Я в таком предвкушении, что это за новая арена, на каких она будет кубках. Я очень рад, что это введут. Из этих 4 карт, кстати, обратите внимание, целых 2 новых легендарных. И одну из них, я надеюсь, вы уже знаете, это легендарная карта Бандит. Теперь немного поговорим о карте Бандит. Также известно нам то, что будет испытание с выбором карт с этим же также Бандитом. И это также этот Эш спалил нам эту информацию. Он также пилил про обнову и случайно нажал на вкладку турниры, где спалил этот турнир. То есть будет испытание с выбором карт, и за 12 побед вы получите эту легендарку. То есть это испытание будет похоже как испытание Громоверса. Оно очень зашло, очень крутое было, но только там колоду вы составляли сами, а тут будет с выбором карт. И я думаю, что не зря они вводили 3 или 4 раза это испытание с выбором карт, наверное, тестировали, подготавливались к этому, и вот оно, наверное, больше всех зашло, и они его, этот режим в испытании решили ввести. Я очень жду этого обновления, скоро появятся официальные снэкпики, будем за этим следить, буду стараться вас информировать о каждой новой информации, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Я желаю, ребят, вам удачи, ждите мои новые ролики, всем до новых встреч и всем пока!